Да, приветствую. Как ваше хорошее настроение? И уже, да, в самом вопросе есть ответ. Хорошее. Всегда, во всем, несмотря ни на что, несмотря ни на какие невзгоды, с которыми мы встречаемся в жизни, наше настроение хорошее. Мы всегда закаляемся, как сталь. Мы всегда выносим из всего уроки. Мы всегда благодарим за опыт, за все хорошее, доброе и не очень хорошее, как нам кажется, в нашей жизни. Но это жизнь, и мы все проходим каждый свой тернистый путь. И нам очень важно проходить этот путь на улыбке, с энергией, и чтобы мы все были крепкими, здоровыми. Правда? И, дорогие друзья, давайте мы с вами потянемся, как обычно, да. И знаете, особенно вот чем старше человек становится, то он уменьшается в росте. И каждый с удивлением обнаружит, если станет на такие весы, и с удивлением обнаружит, что почему-то он в росте уменьшился, да? Ну, потому что вот так мы мало уделяем этому внимания, и порой поднимаем какие-то тяжести, да, и не делаем растяжки. Поэтому очень важно, особенно работа с позвоночником, потому что это столб всего, это то, что нас связывает. Ноги, как корни наши, да, с матушкой землей, наполняя энергией. Поэтому очень полезно ходить босиком, летом по морским голышам, да, проминать стопы. И здесь наша макушечка, к которой мы тянемся ко Вселенной, да, наш Wi-Fi, да, это наша интуиция, это то, что нас связывает с космосом. И мы вытягиваем нашу спинку, да, вот вытягиваем. Можно немножечко вот так, да. Угу. А давайте попробуем постоять, закрыв глазки. Сложнее, правда? Вот наша координация. Вот тоже полезно время от времени делать упражнения с закрытыми глазами. Да. Вдох. Задержали. Тянемся. И выдох. Со вдохом мы принимаем в себя энергию Вселенной. Этого утра. Еще раз вдох. А все тяготы, все заботы, все волнения мы с выдохом все отдаем, выпускаем, они растворяются, как облачко. И, дорогие мои, вчера я так смеялась, я поставила, вы пока говорю, давайте мы выполним упражнение, помните, как водные растения под водой, да? Наше тело, оно порой само говорит, где какие мышцы нужно размять, какие суставы вот хотят, чтобы на них обратили внимание. И поэтому сейчас выполняем упражнение подводное растение, и каждый делает вот то, что ему хочется, тянется, как ему хочется, разминается, делает упражнения какие-то на гибкость, на пластичность, а может быть силовые, может быть суставные. И вчера, знаете, сделала запись и прочитала, то есть видно какой-то случайный человек, который ничего не знает о йоге смеха, и написала: «Мне за вас страшно, вы тут все сумасшедшие», что-то типа этого. И я так смеялась, знаете, никакой обиды, ничего нет. Я написала, что да, я действительно, когда первый раз попала на смехозарядку, у меня тоже было такое ощущение того, чем они тут занимаются, сумасшедшие. Я представила, когда человек действительно, знаете, не сведущий особенно, не зная о том, что это тренировка, не зная о пользе, и смотрит на это все квадратными глазами. В общем, я вчера ржала от души, хохотала. Сама, когда впервые когда-то, да, попала на зарядку, но меня не предупредили, мне не рассказали, меня просто добавили в чат. Я включаю, там все вот смеются, кто-то готовит, там еще помню, какая-то женщина с повязкой на голове, без зубов, что-то там варит, смеется. Ну, в общем, у меня, правда, тоже какое-то было негативное отношение к этому ко всему. Я вышла с раздражением и написала человеку, который меня добавил, что разве так можно, смеяться нужно только с анекдотов, с веселых ситуаций, с кинокомедий, да.
А вот сейчас парадокс, да, сегодня я сама тренер по йоге смеха. Да, вот так вот в жизни бывает. Особенно, знаете, когда ты проходишь какой-то тернистый путь, и когда что-то с тобой происходит, и ты выгораешь, и ты понимаешь, что где-то нужно взять энергию, и вот Вселенная, она тебе протягивает руку помощи, да. И так как я попала и на наши волшебные тренировки, и потом прошла подготовку и стала тренером по йоге смеха. И сейчас, конечно, я по-другому к этому отношусь. И я понимаю, что не обязательно мы должны делать то, что естественно. Да? Когда мы в спортивном зале приседаем, это тоже неестественно, правда? Или кто-то там пыхтит, пресс качает или поднимает огромную штангу. Это же для жизни тоже неестественно. Но он это делает с какой-то целью. Например, с целью там, накачать кубики на животе, правда? А естественный смех, конечно, включайте кинокомедии, особенно вечерком, со всей семьей. Смотрите, радуйтесь. Кто сказал, что телевизор это плохо? Плохо то, что мы смотрим, если плохие какие-то вещи, да, если какой-то информационный негатив. Вот это плохо. А если это музыка, если это танцы, если это добрые советские кинокомедии, да, если это какие-то такие классные передачи, они ведь есть, но почему их не смотреть? Конечно же, почему не смотреть наши советские кинокомедии? Я подключаю YouTube к телевизору, и мы хохочем, поэтому я за естественный смех. Но то, что мы делаем на тренировках, это же тренировка, потому что йога смеха, она усиливает кровообращение, она способствует тому, чтобы кислород поступал к нашему мозгу, да, то есть это профилактика очень многих-многих болезней, я об этом говорю практически каждое утро, и поэтому мы к этому относимся, нравится, не нравится, это просто тренировка, смешно, не важно, наш мозг, он все равно считывает. Он считывает нашу улыбку, он считывает, наши звуки. И, кстати, каждый звук, он играет большую роль. Вчера вот мне даже скинули, как звуки А, О, У гармонируют с нашими органами. Например, когда мы пропеваем звукотерапию на букву А, да, или смеемся на букву А, то это усиливает работу нашего сердца, например, да. И вот так каждый орган, все не просто так. И хорошо, еще поразминались. И очень важно, чтобы у нас спинка прям вот работала, она была и округлой, и прогнутой. Вот такие волны делаем. Я не случайно вам много упражнений даю именно вот таких на позвоночник, да? Потому что это вот основа всего. И человек, который сутулится, который не имеет гибкую спинку, да, ему трудно иметь легкую походку, ему трудно ходить по-королевски, да, как король и королева. Ему сложно на фотографии выглядеть хорошо, стать правильно. И давайте мы сейчас все-таки еще раз на спинку поделаем упражнения, потому что вот я вчера с приятельницей была, мы вчера делали фотосессию. Я говорю, ну я ж каждый раз вот не случайно даю это на упражнениях, чтобы это закрепилось, потому что у нас есть тактильная, есть мышечная память. И смотрите, вот очень важно научиться именно работе со спиной. И что мы делаем? Мы, конечно, сейчас делаем на улыбке, на смехе, хорошо? И вот смотрите, круглая спинка, вот круглая. Здесь мы подбородочек опускаем, здесь мы все округляем, и у нас вот так плечики вперед идут. А потом назад все разворачивается, и попка тоже назад. То есть не вот так, а вот только здесь у нас прогиб. Вот, как седло у лошадки, только здесь у нас прогиб. И делаем раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И если у вас не получается, я знаю, что у многих все-таки получается, когда назад вот так многие делают, да, а надо вот так. Вы присядьте чуть-чуть на отдых, да, и вот зафиксируйте попу, как будто она у вас сидит на стуле. Помните, мы на стульчике такое делали? То есть попа у нас неподвижна, у нас работает только вот тут мы сидим, да, только позвоночник. И раз, два, раз, два. У кого не получается, сядьте на стул, держите за сидушку, и тогда ваша попа не будет неподвижна, да? И работаем только вот этой частью. Раз, два, раз, два. И пошли по кругу. Вот так.
По кругу, попа у нас на месте, таз на месте, да, и в другую сторону. Ножки полусогнуты, представьте, что вы сидите на стульчике или сядьте, действительно, да, хорошо, раз, два, теперь раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три. Как у вас получается? И верхнюю часть тоже очень хорошо разминать. То есть мы, опять-таки, таз мы закрепили, зафиксировали, он у нас статичный, и мы работаем только верхней частью. Да. У кого не получается, делаем по точкам, а потом скругляем. Да. И другую сторону. И смеемся. И даже когда мы просто смеемся, гормоны радости у нас поступают. Да. Вот есть такой смех от цигун еще. Да. И вот там ха-ха-ха-ха-ха. Даже просто делаешь ха-ха-ха-ха-ха. Хо-хо-хо-хо-хо. Хи-хи-хи-хи-хи. И все равно, как мы уже знаем, наш мозг, он все считывает. Хорошо, давайте волну с вами сделаем. Да? То есть вот так мы закручиваемся, закручиваемся, насколько можем. Спинка у нас сутулится. А теперь голова поднимается. Спина еще прогнута. И потихонечку, потихонечку назад, 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 назад. И откатываемся. И опять закругленная. Подныриваем, как под планочку. И третий раз. И смеемся, все сочетаем. А теперь обратная волна. Смотрите, мы с прогнутой спинкой. Вот, опускаемся сколько можем, подбородок вверх. Опускаемся, а потом раз. И сбросили с округленной спинкой. Разворачиваемся, развернулись. Подбородок наверх. И опускаемся, спинка прогнута. И сбросили все. И поднимаемся, вот как раскатываемся, да? Еще раз, третий раз. Раз, два, три. И сбросили. И так, хорошо, молодцы. А теперь как мы фотографируемся, друзья? Когда мы делаем фото, очень важно, чтобы у нас не виден был живот, даже если он у вас есть. Потренируйтесь дома перед зеркалом. Делайте такие позы, чтобы его не было видно. Если у вас виден живот на фотографии, это не очень хорошо. Это даже прям вот плохо. Поэтому на фотографии, да, мы как раз-таки принимаем вот такие позы, да, чтобы у нас было видно, когда у нас есть прогиб спинки, значит, у нас есть талия, да. То есть мы уже показываем изгибы тела, да. А здесь, ну, извините за сравнение, как будто поддыхала далее. А! Вот на фотографии, по крайней мере, вы должны, или выходите вы на какую-то сцену, выступаете вы как оратор, да, где-то вас пригласили, и вы идете к сцене, у вас должно быть прям привычка, вот зафиксирован живот, пресс, все, должно быть подтянуто, зафиксировано, и вы выходите, и при этом плечи не поднимать. Помните, как вот некоторые вдох делают? И пошла она, и на фотографии она вот так. Нет, нет. То есть вот только подтянули все, что у нас под грудью, да? Вот, втянули в себя, да? Плечи у нас опущены, да? Вот так. И на фотографии мы как раз и становимся. То есть у нас могут быть... Так, как бы мы... У нас вот... Вот эти вот прогибы, очень важно, чтобы они были, да? Как бы вы ни стояли, вы можете так стоять, можно вот так фотографироваться, да? Можно развернуться, ноги у вас вроде туда повернуты, то есть разнообразно. Вот поделайте, потренируйте, пожалуйста, и можете выставлять, по-моему, у меня сейчас каждый, я там в настройках сделала, каждый может в чате выставить свои фото. А я могу несколько фоток скинуть, если хотите, как мы вчера с моей любимой приятельницей фотографировались, тоже скину вам несколько фото в наш чат. Наш чат, если кто-то не знает, вот здесь сейчас перейдите, потому что иногда бывают сбои в расписании,
Да, ну и ссылки, и запись наших тренировок я выставляю в наш чат. И сегодня еще скину, как каждая буква резонирует и какую приносит пользу тому или иному органу, да. Поэтому здесь посмотрите, у нас в чате я ссылочку продублировала. Если кого-то нет, вы заходите туда. Ну и, конечно, приглашайте побольше людей в наш чат, чтобы они потом приходили на нашу смехозарядку. Хорошо? Ну ладно, сейчас давайте вспомним наши правила, как мы смеемся. Мы дышим низом живота, мы делаем вдох, у нас тут все надувается, а плечи все на месте, не поднимаем к ушам. Все, шея длинная, вдох, выдох, голодные волки, да? Вдох, беременные счастьем и радостью, выдох, пупочек подтягивается к позвоночнику. Хорошо. А далее мы смеемся на букву А. Открываем широко рот, чтобы как можно больше был длинный-длинный выдох. И, конечно, громко включаем, такой под напором, как вот кран сильно. Давайте, приготовились, возьмем в руки, давайте возьмем смеха, смехолистики пусть, неважно. Вдох. И... Вдох еще раз. И сейчас будем добавлять еще больше тела в дело, да? Да, если есть желание откашливаться с утра, это тем более, да, хорошо, откашливайтесь обязательно. Давайте немножко откашляемся. И вдох. Вдох. И еще раз. Вдох. Длинный. Хорошо. И еще раз берем наши красивые смехолистики, вот такие букетики, которые мы собрали в парке, да? И вдох. И тело в дело. И листиками тянемся, тянемся букетиками. Пошелестели букетиками, пальчики друг к дружке тянутся. И букетики пошелестели, достали листики, поздоровались, и пальчики тянутся. Плечи разворачиваем и не забываем упражнения на нашу стройность, да, осанка короля и королевы. И каждый день стоим, и когда вы становитесь стеночкой, обязательно вот эти вот косточки прям разворачивайте, чтобы они к стене очень хорошо соприкасались. И вы можете вот так постоять. И с развернутыми руками разные делайте позы. И потом отошли и зафиксировали эту осанку, да? И походили, прошлись. И еще, когда делаете фото, ну, не наклоняйтесь, не делайте как-нибудь там вот так, вот такие, это как бы вот такой, ну, немножечко себя принижаете, да, когда вот наклоняетесь, вроде как мало в себя верите, да. А кто у нас герой? Скажи, я! Давайте все Кинг-Конга сделаем. Кто лидер планетарного размаха? Я! А, можно и покашлять вот так делать. И тут тоже повыбиваем всех ненужных вирусов, бактерий. Да, чтобы никакой холки не было. Спинка должна быть гладкая, красивая, ровная. Смех добавляем, животик поджимаем. Качаем кубики на животике.
Так, тараканов тоже всех повыгоняем, да? Чтобы не было никаких плохих мыслей. Чтобы не было Злости, таких гнева, мыслей. зависти, обид, да, вот так. Все, да. И как из матраса выбиваем пыль, так мы выбиваем из себя все ненужное. Пусть все уходит. Себе Да, порчу. целлюлит уходит. Все ненужные залежи, да, вот так. И смеемся, и представляем, как это все улетает, улетучивается, да. Вот так себя хорошо-хорошо промассируем, добавляем смех обязательно. Ножки, да, что-то у нас за залежи такие, ну-ка. Да, так хорошо, кулачками можно такие проблемные места попростукивать, да. Другую ножку можете на стульчик ее поставить, да. Потом прокашливаться. Делайте, слушайте всегда свой организм. Поэтому все делайте в нужном вам темпе. Когда вы слышите свой организм, он вам подскажет, где растереть, где простукать. Обязательно делаем все со смехом, да, где поразмяться, где сделать упражнение силовое, на гибкость, суставную гимнастику, животик наверх, подтягиваем животик, плечи опущены, и смеемся обязательно. Очка кто поищет постоянно приключений. Ну-ка, наказали ее. Хвостиками, да. И руки добавляем, да. Это тоже упражнение хорошее для талии, да. А сейчас будем убирать. Что вам не нравится в себе, да, у кого занижена самооценка, кидаем вниз, вытаскиваем, у кого неверие в себя, вытаскиваем, кого иногда посещает уныние, выбрасываем это уныние, что еще бывает, печальки, раздражульки, выбрасываем, да, грустно, да, страхи, может быть, у кого-то какие-то, все это выбрасываем, и теперь наступаем на это, и как челентано, и раздавливаем. Что мы маленькие лягушата, да? И мы с вами сейчас попрыгаем по осенним влажным листикам. Давайте и квакаем, и смеемся. Пахнет молоком, и мы пошли к погребу, крадемся,
чужой дом крадется лягушонок, залазит, а там кадушка с молоком. И мы туда прыгаем, и начинаем тонуть. И быстренько-быстренько работаем, мы не сдаемся. Работаем, работаем, работаем лапками. Работаем, хорошо, хорошо, хорошо работаем. Быстрее, 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 еще быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, ножки у нас работают обязательно. Все, вибрирует у нас все тело. Работаем, работаем, работаем. И сбили масло. И выпрыгиваем. И танцуем. Дыхание. Выдыхаю, все мне нужно. Еще раз вдох. Выдыхаю, все мне нужно. И еще раз вдох. И давайте мы с вами помним. Помните, такая пальчиковая гимнастика вместе с песенкой «Соку-соку». Да? Смотрите, кто не знает, повторяйте медленно вначале. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира. Теперь по разу. Соку, бачи, соку, вира. Соку, бачи, вира. Итак, еще раз, по два раза начинаем. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира. Запомнили? То же самое по разу. Соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Тут вира, раз, два. Ну что, начнем? Вдох еще раз. Восстанавливаем. Еще раз вдох. Да. Начали. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Побыстрее. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Получается? Еще раз. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира. Соку, бачи, соку, вира. Соку, бачи, вира. Дальше, если сбиваетесь, все равно образуются новые нейронные связи. Поэтому все делаем со смехом. Но кто-то уже это знал, кто-то уже репетировал. Потому что мы это не первый раз делаем. И для них делаем быстро и подпрыгиваем. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Может, любые движения делать, да? Добавлять к рукам, движение телом, подпрыгиваем ногами. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира. Соку, бачи, бачи, вира, вира. Соку, соку, бачи, бачи, вира. Соку, бачи, соку, соку, вира, вира. Соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Кто молодец, скажи? Я! И приветствуем, кто у нас на букву А, да, у кого есть в первом слоге А, Лариса, давайте, вдох, и поем ла, и потом смеемся, вдох, ла, и давайте Светлана на Э, давайте, Светлана и вдох, Свет!
Яна, приготовили вдох. Ольга, на букву О, вдох. Хорошо, молодцы. Ирина, вдох. Людмила, вдох. Какие буквы мы еще не просмеяли? А, О, У, И, И. Давайте теперь все вместе смеемся на любые буквы, разно меняем и меняем тональность. Приготовились? Можно включить звук И, вдох. И. И друг другу поцелуйчики. Каждая кошка, особенно которая открыта, в каждая кошка залетит. Благодарности, радости. Друзья, сегодня выставлю, как каждый звук в чате нашем. Кто еще не зашел, посмотрите, здесь ссылочка в чате. Пройдите по ссылке и в чате Telegram «Смеха энергия», «Йога смеха». Да, сегодня выставлю, ну, записи и выставлю, как каждая буква резонирует с каждым органом.